Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Chevrolet Cruze 2011 года выпуска. Двигатель 1.8, механика, передний привод. Пробег на автомобиле 138 тысяч километров. Надорвалась задняя нижняя подушка. Заказали новую оригинальную. Поднимаю автомобиль, снимаю защиту и откручиваем подушку. Вот наша подушка задняя. Сейчас возьму монтажку, покажу. Ну, здесь, в принципе, видно, вот разорвана. И сверху, и снизу. Сейчас откручу и вторую покажу. Здесь, в принципе, снимать несложно. Один болт крепления к кронштейну и два болта крепления к подрамнику. Но кронштейн, похоже, тоже придется снять, потому что она не выйдет. Подопру коробку. И откручиваю вместе с кронштейном подушку. Сниму кронштейн, сниму подушку. Болты здесь головка на 18. На крепление. Раз, два, три. Три болта в коробке крепят. Ну и болт основной на подушке. Кронштейн даже вверх поднял, оставил на автомобиле. Теперь откручиваем две гайки крепления подрамнику. Шляпка тоже на 18. Берем новую подушку. Новая подушка. Оригинальная, номер ее 132-48-630. Здесь номер прямо на подушке указан. Болт
вот этот упирается в шланг гидроусилителя, но если шланг вот так приподнять вверх, болт позволяет его вывести, чтобы подушку вытащить. О, все. Так, этот болт входит, и этот болт вышел. Вставляю второй болт на место. Ну и наживляю сам кронштейн.
Все, подушку я заменил. Отпускаю в подпор. И у нас все установлено. На этом все. Подушка меняется легко. Всего вам доброго.